сделали акцент на наше предложение по промышленной кибербезопасности, максимальный фокус на нашу экосистему, на интеграцию наших продуктов между собой для достижения максимальной пользы для наших заказчиков. Также большой блок – это решение наших партнеров, профессионалов по интеграции, профессионалов по разработке решений по промышленной автоматизации. В этом году больше, чем в другие годы, представили точку зрения конечных клиентов, заказчиков, тех, кто выбирает решения по информационной безопасности, тех, кто строит процессы у себя на предприятии. Количество докладов опять превысило более 40 человек, ввиду того, что нам получилось сделать два потока. Удалось нам пригласить двух иностранных спикеров, смелых вакцинированных ребят, которые приехали из Турции и Германии и представили свои доклады. Я отдельно выделил и поставил, как бы отметил их в первом дне. Это доклады, которые раскрывают какие-то необычные аспекты кибербезопасности. Доклад по спуфингу систем навигации, доклад по кибербезопасности судоходной деятельности. Это новая тематика, которая очень мало пока освещается в России. И доклад о дипломатии международных отношений в области кибербезопасности в критической инфраструктуре. В рамках панельной дискуссии я выбрал тематику импортозамещения, цифрового суверенитета, технологической независимости. Люди очень много интересуются этой темой в плане, а как этот процесс будет влиять на риски. И я задавал как раз вопросы, те, которые задают люди обычно, что делать потребителям, что делать производителям, как выбрать отечественное недырявое решение и как этот процесс построить системно, как это решение может попасть в список одобренного отечественного ПО, но чтобы отечественное значило безопасное. Вот этот вопрос я отдельно поднимал, и я услышал некоторые интересные точки зрения у регуляторов. Надеюсь, как бы этот процесс будет продолжаться. Эта конференция уже третья, которая проходит на этой площадке в Сочи, в Адлере. Мы регулярно изучали возможности проведения ее еще где-нибудь, либо в России, либо за рубежом. Я знаю, что этот вопрос опять будет на повестке нашего оргкомитета. Мы будем думать, куда мы сможем пригласить и наших зарубежных гостей, и нашу традиционную российскую аудиторию. Хотим вернуться к международному формату. Мы хотим, чтобы опять больше половины докладчиков были эксперты со всего мира, включая Соединенные Штаты Америки, Европу, Азию, Ближний Восток, Латинскую Америку. Ох, как я скучаю по тем временам 2 года назад, когда у нас был большой международный состав. Точно одна из целей, к которой мы будем стремиться к следующему году.